Приветствую вас, поцелуй губы никак не может быть дружеским по своему определению. То есть молодой человек, по всей видимости, использует вот эту вот ситуацию для того, чтобы, ну, условно говоря, вас поцеловать. Насчет того, что он обязательно вас влюблен, я бы говорить не стал, потому что, ну, в конце концов, это неизвестно, влюблен он в вас или нет, а обнадеживать достаточно, ну, такими серьезными вещами мне бы вас не хотелось. Но то, что друзьями вы после этого не будете, это совершенно однозначно, то есть после этого, скорее всего, мужчина будет хотеть от вас вновь и вновь, чтобы вы его, например, поцеловали еще, чтобы вы вновь и вновь целовали с ним в губы, например. И таким образом ваша дружба, она постепенно будет перерастать во что-то большее, например, в отношения, например, в поцелуи регулярные и так далее, и так далее, и так далее. Значит, по поводу того, соглашаться ли вам на это, решать вам, здесь я со своими коллегами согласен полностью, то есть, если вы хотите его поцеловать сами, если у вас есть симпатия к молодому человеку, то, думаю, проблем с этим никаких нет, почему бы не поцеловаться. А если же у вас к нему симпатии нет, и вы воспринимаете его только как друга, то тогда делать этого не стоит, потому что в противном случае вы просто-напросто человека обнадежите, дадите ему надежду на то, что между вами может что-то получиться. А если не получится ничего, с его стороны будет разочарование, и он будет чувствовать себя обманутым. Вот, чтобы данного аспекта не было, я вам и рекомендую очень не делать действий, за которых потом вы не дадите нести ответственности. И, пожалуй, самое главное заключается в том, как вы относитесь к человеку, то есть как вы его воспринимаете, как вы хотите с ним взаимодействовать в дальнейшем. Вот, исходя из этого, вам и нужно решение принимать. А нам давать вам советы неэтично. Это непрофессионально. Надеюсь, вы это понимаете. На этом все. Желаю вам всего доброго. Удачи. Если остались какие-то вопросы, пишите в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.